Signal Flight, Чандатин. Также 3 года жил в Дуфане и сделал множество копий настенных росписей в пещерах Мокалку. В свою очередь, пещерные фрески оказали большое влияние на его манеру письма. Я считал, что на развитие искусства Бихуа большое влияние оказало проникновение в Китай.
клуб, и он кафе клуб, и он кафе клуб. Это самый настоящий произведение искусства. Я в интернете видел фотографии буддийских настенных росписей. Один из художников называл полетящим. Он произвел меня очень сильное впечатление. Да, росписи с изображением летящих фей считаются Мария, а во дворце Пакала, можно увидеть Бихуа? Да, там сохранилось множество красивых настенных росписей. Например, картина «Пятая Тайлана Дугал Сити» на высочайшую аудиенцию Чинского императора Шунжу. Ее ценность не только в художественном сотрудничестве. Она многое может рассказать о той далекой эпохе. Да, хотелось бы съездить туда и увидеть эти редкостные бихуа. Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни внутреннего Китая. Стратегия медицины. Один пояс, один путь был проведен.
создан форум российских и китайских журналистов. Участники прошли часть шоу, пролегающую через территорию Китая. Российский журналист Анна Алабет проведет зрителя по древнейшему торговому и культурному маршруту Азии. Честно говоря, путешествие вместе с караваном достаточно сомнительное удовольствие. Повсюду песок и солнце. Я чувствую невыносимую жажду и ужасно жарко. Ехать на верблюде сложнее, чем на лошади. Хорошо, что путешественники времен расцвета торгового пути были куда более выносливы. Сидя верхом на верблюде, я чувствую себя, ну если не путешественником Марко Поло, то уж точно древним купцом, который перевозил свои товары по великому шелковому пути с востока на запад. Марко Поло был первым европейцем, доставившим на запад уникальные китайские товары. Но главное, он поведал об этой стране всему миру. Китайцам были не нужны войны. Зачем огнем и мечом насаждать свое мировоззрение и культуру, когда мир можно завоевать торговлей? Брал свое начало в древней столице под небесным океаном. Далее, через Ланчжоу, он вел в город Дуньхуан, на границу страны, где раздваивался. Северная дорога шла на Фергану и в казахские степи, южная – в Индию и на Ближний Восток, вплоть до Средиземного моря. Недаром в Китае говорят, что Сиань – и четыре стороны света. Отправляясь отсюда в любую точку Китая, добирался до нее самым коротким путем. Древнего Сиани. Это городская стена, древнейшая фортификационное сооружение 14-й эры. За мной открывается единственный в Китае большой город, где в первозданном виде сохранилась городская стена династии Мин. Государственный музей, полный всего народа.